В Твери приступили к формированию нового созыва молодежной палаты города. На 24 места претендует 31 человек. Это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет с активной гражданской позицией и желанием изменить столицу Верхневолжья к лучшему. Во вторник, 6 апреля, кандидаты принимали участие в очном этапе. Съемочная группа нашего телеканала следила за ходом собеседований. У студента первого курса юридического факультета Тверского госуниверситета Ивана Казакова большие планы. Юноша всерьез нацелен на решение важных проблем, которые он видит сегодня в областной столице. Проблема выделения жилья молодым семьям, недопоступление средств в городскую казну, вопросы экологии. Эти и другие темы Иван Казаков считает наиболее актуальными на сегодня. Конечно, хочется что-то менять, хочется что-то изменить. Поэтому такое рвение, такое желание всегда должно присутствовать. Тем более сейчас молодежь, так сказать, имеет большой потенциал. Поэтому и появилось такое желание, я пришел сюда. Студентка педагогического направления ТВГУ Ирина Никитина делом всей своей жизни видит помощь бездомным животным. Девушка озабочена обилием бродячих собак и кошек, а также выступает за создание приютов для них. Кроме того, Ирина намерена развивать логопедические и дефектологические направления в городе. Много очень детей сейчас, в принципе, идет поколение, у которых очень плохая речь, плохое звучание, и это, наверное, не самое лучшее. Решением этих и других проблем представители молодого поколения намерены заниматься в молодежной палате Твери. В настоящий момент идет формирование нового созыва. Первый этап, который заключался в написании эссе, уже прошел. Из 39 кандидатов был отобран 31. Второй этап представлял из себя собеседование с членами жюри, депутатами Тверской городской думы. В этот раз большое количество тех людей, которые работали во время пандемии, являлись волонтерами, и, конечно, представители медицинских профессий, которые сегодня тоже очень востребованы и пользуются заслуженным авторитетом у горожан. Из интересного, конечно, очень много о досуге молодежи и об интернете. Как рассказывают члены жюри, в ходе собеседований оценивается уровень мотивации ребят, ораторское мастерство, креативность и лидерские качества. Всего будет отобрано 24 человека, которые займут места в молодежной палате при Тверской городской думе. Кроме того, будут сформированы комиссии и комитеты. Это позволит молодым людям взаимодействовать с городскими депутатами, представителями администрации Твери и в конечном итоге решать насущные городские проблемы.